Медсестрой Татьяна Баширова трудится почти полвека. Поступала сначала в педагогический, но скоро поняла – ее призвание – медицина. По стопам Татьяны Рашитовны пошли дочь и внучка. Теперь у них семейная трудовая династия. До сих пор я свои работы люблю. И не представляю, если я уйду, как буду жить без этой поликлиники. В больницах и поликлиниках Самарской области работают порядка 25 тысяч медсестер. Сейчас это одна из самых востребованных профессий. В современном мире требования к среднему медперсоналу возросли. Они не только профессионально оказывают помощь больным, но и ведут научную работу. Медсестры проводят мастер-классы, представляют регион на профессиональных конкурсах областного и федерального уровня. У сестер теперешнего поколения, у них больше возможностей информационных, технических, по оснащению рабочих мест. И сестры, они стали более развитые, более профессиональные. Итоги регионального этапа конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием» подвели на торжественном собрании в больнице имени Середавина. Победители получили дипломы и подарки. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.